День рождения – отличный повод для того, чтобы подвести итоги работы и за этот год, и за все время деятельности организации, а также обозначить новые направления развития. Открытый диалог соединил в себе офлайн и онлайн форматы. Конечно, они намного поменялись от тех, от той организации, которая была 19 лет назад, потому что сейчас у нас, конечно, есть большой вызов, большая работа в социальных сетях, в интернет-пространстве, потому что он с каждым годом все больше и больше завоевывает молодежь, и там приходится вести и реализовывать различные медиапроекты, касающиеся гражданско-патриотического воспитания, касающиеся вообще какой-то, мне кажется, и кибербезопасности молодежи в том числе. Конечно же, Союз развивается и брендированно, то есть как бы так, потому что у нас появляются новые логотипы, новые формы работы, и хочется сказать, что, конечно же, и в дальнейшем мы тоже будем развиваться. Среди основных направлений деятельности БРСМ – гражданско-патриотическое воспитание, студотрядовское движение, волонтерство, молодежные отряды охраны правопорядка и правовое просвещение, поддержка одаренной молодежи, конкурсы красоты. Я считаю, что БРСМ – это отличная возможность раскрыть себя. Я, как молодая девушка, поступив в университет, я уже была членом БРСМ, но именно в университете для меня БРСМ раскрылся по-другому. Я начала участвовать в различных мероприятиях, как вокальных, так и в каких-то квестах. Это наполнило мою жизнь новыми событиями. Я считаю, что это было чудесно. Среди направлений работы Молодежного союза и международная деятельность. Так, в этом году среди активистов БРСМ победители международной интеллектуальной бизнес-игры «Начинающий фермер», финал которой прошел в Подмосковье. Ребята, это команда средней школы деревни Выстачи Брестского района, развивают проект Herbalife по выращиванию лекарственных трав и изготовлению сувениров. Мы прошли в эту игру и вообще прошли в финал благодаря тому, что мы тесно сотрудничаем с БРСМ. Вместе мы шли шаг за шагом, этап за этапом, и вот после года вот этих всех этапов мы дошли до Москвы, где представляли не только нашу деревню, нашу школу, а представляли всю нашу республику. Было волнительно, мы готовились, и как бы все прошло как надо, мы привезли победу. Это только несколько примеров активной деятельности молодых инициативных. Белорусский республиканский союз молодежи планирует и дальше развивать свою работу с активистами, развивать и создавать новые проекты. На благо, в первую очередь, своей страны. Евгения Марус, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».